Петербурге есть легенда, что этот бронзовый памятник Петру Первому исполняет желание. По другой версии, приносит любовь и богатство. Для этого нужно просто потереть мизинцы императора на обеих руках. Правда, жителей и туристов не беспокоит, что скульптуре они тем самым вредят. Автор памятника Михаил Шемякин утверждает, его Петр Первый самый достоверный. Несмотря на то, что многим фигура кажется непропорциональной, художник ориентировался на подлинные слепки с лица, рук и ног самодержца. Их еще при жизни монарха снял архитектор Бартоломео Растрелли.